В Мурманской области тем временем продолжает свою работу «Онкопатруль». Это федеральная программа по профилактике онкологических заболеваний. Реализуется она в рамках национального проекта «Здравоохранение». Обследование проводят врачи Национального медицинского центра имени Петрова из Санкт-Петербурга. У пациентов с начала сезона отпусков особо востребован дерматолог. И это понятно. Перед тем, как отправиться в южные солнечные края, северяне хотят знать, как минимизировать риск появления меланомы. Эти приемы очень нужны, конечно, пациентам здесь, особенно в условиях крайнего севера, с учетом того, что они раз в год выбираются на море, там обгорают настолько сильно, что в остальную часть отпуска лежат, и это очень важно. Специалисты дают вполне выполнимые рекомендации избегать долгого пребывания на солнце и отказаться от курения. Но главное взять за правило регулярно обследоваться. Ведь чем раньше диагностировано онкологическое заболевание, тем выше шанс побороть опасного врага. Теперь возможностей следить за здоровьем у северян будет больше. В этом уверена сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко. Пригласить в Заполярье онкопатруль – это ее инициатива. Я думаю, у нас есть возможность обсуждения дальнейшего сотрудничества Мурманской области с ведущими специалистами онкологической службы Российской Федерации. И я знаю, что уже такой запрос есть. Вчера я говорил Ковдор, чтобы посетили. И я уверена в том, что запросы есть прежде всего у населения. За 3 дня в 3 городах Мурманской области онкологи обследовали около 800 человек. Начало таким образом положено. А продолжение, уверена Татьяна Кусайко, последует.